Тому, кто не верил, что кабачки могут плодоносить второй раз. В том году я делала ролик об этом. Вот, пожалуйста, смотрите. Здоровые и не гниют маленькие кабачки. Листочки здоровые. Недели две, как вот стало это все. А до этого была и мучнистая роса, и гнили разные. Что самое удивительное, сейчас начало сентября, и вот, пожалуйста, такой результат. Вот, по новой пошли кабачки. Вот, смотрите, специально каждый показывает кустик. Вот они только у меня кустовые. Вот они только будут такие ползучие. И все, смотрите, все здоровые. Самое главное, надо обрывать, как только спасайте даже кабачки. Через 2-3 дня надо обрывать все гнилые, там с мучнистой росой, особенно листочки. Не бойтесь, обрывайте больше вот от корня. Цветет по новой. Что удивительно, сейчас и холодно уже, до 0 градусов у нас ночью было. Кабачки здоровые. Я сама удивляюсь. Ну вот, пожалуйста, не бойтесь, пробуйте экспериментировать. Конечно, надо вот сейчас вот покормить их. Ну, я солому положила с птичьим понетом. Перегной какой-нибудь можно пролить. И по мере погоды ухаживать за ними. Я не пользуюсь абсолютно никакой химией. Вот только обрываю листочки гнилые. Самое главное вот это, я считаю. Ну, от солнца укрываю вот соломой, с перегноем, я уже говорил. Соломой с птичьим понетом. Это и постепенно им дает питание, и укрывает от солнца, от ветра. Вот, убедитесь сами, ни одного гнилого. Мне это самое удивительное. Погода переменилась, а кабачки здоровые. Когда была жара по 30 градусов, гнили маленькие кабачки. Ну, тоже обрывали все, их было мало, вот смотрите сколько. Вот так вот. Вот, пожалуйста, тоже.